Ну чё, туда? Судя по всему. Судя по тому, что больше некуда, значит туда. Нифига себе. Ну и в конце мой любимый миниган. Будет или как? Должен быть. Пошел, пошел, пошел. Захватите следующий баррикад. Сюда хотя бы. А то черт его поймешь. Вы че неубиваемые-то, господа? Вылезли и отказываются умирать просто-напросто. Он смущает меня своими данными в сфере левитации. Мы почти на месте. Левитирующий труп. Детский фокус. Он сказал, я полью из шланга. Я не знаю, о чем они. Ну или делаю вид, что не знаю, о чем они. Но я хочу верить, что я не знаю, о чем они. У меня броня по второму кругу пошла, что ли? Блин, там только что были какие-то ящики. Куда они только что делись? Где они вообще? Что это? Эти стрелки просто зависшие, по-моему. Я не понимаю, на что они указывают. Ну да, они, по-моему, зависли. Все чисто, пошел, пошел, пошел. Ай, еще машина. С бессмертным экипажем. Враги на платформе, Скорпион. Пошевели эти копытами, а? Ой, главное у меня сейчас, чтобы ничего не кончилось. Шевелитесь. Да, здесь нет минигана, здрасте. Я надеюсь, пулемет этот, с пулеметом хотя бы вертолет. А то вообще будет невесело. Вот он. Я просто взломаю их систему с этого терминала. Скорпион... Не подпускай их ко мне, я пока сменю пароли доступа. А чё все это? Нафига тебе остальные чуваки? Понятно, ловить пули. Откуда они там прут-то? Нифига себе, кто-то кроет меня. Офигеть, меня чуть не убили. Из-за криворукости его товарища. Так, откуда-то отсюда, по-моему, стреляли только что. Чуть не добили. Нет. Дальше я буду винить в этом вас. Вам не повезло. О, здрасте. А это чем убивать? Не подскажете случаем? Давай! Здорово, чувак, и пока. 4. Ничего, если я это одолжу. Есть! Она наша! А наша, он сказал? Она наша? Ладно. Обойдемся без вопросов. О чем он, к чему он? И так далее. Вот это дело. Не зря захватил этот вертолет, потому что тот, судя по всему, без вооружения. Припаркованный который. Вот это дело!
Все как на ладони. Так. До конца. Летим с морем, а потом... Как и обычно, ящички. Ну, опять КПК. Ну, как не вовремя. Что там опять? Сфера влияния группировки расширена. Ладно, я в курсе. Спасибо. Можно мне закончить дела? А то я тут хаос навожу, а вы мне в КПК тут звоните. Ну, судя по всему, здесь ничего больше не осталось. Взрывающегося. Хотя... Упс, ребят, простите, там свои сидели, что ли? Да простите, извините, я не хотел. Не хотел. Тогда нужно теперь опять-таки заниматься самым веселым в этой игре. Искать ящички. Фиг знает, где спрятан. Веселее просто не бывает. Ладно, оставлю вертолет здесь. Надеюсь, сам он без меня никуда не улетит. Ну и, конечно, не с той стороны забора упасть, это уже классика жанра. Ну и где могут быть эти штуки-дрюки? Территория здесь не маленькая. Опять-таки, это все может затянуться. Довольно нехило причем. Сверху я, по крайней мере, ни черта не видел. Ничего блестящего. Да и с земли-то не так уж легко что-то углядеть. Потому что тут много подземных частей. О! Не видел, а на крыше было. 88%. Стало быть, еще 4 ящика где-то располагаются. Не здесь. Нормальный проход вообще. Хотя... Какая разница? Будучи Спайдерменом тут. Искать калитку где-то в двери, в задней. Так, окей, еще 2 ящика. Начинается самое сложное. Ну, мы вроде здесь более-менее как-то системно обходим территорию, поэтому продолжим, в общем, по часовой стрелке ходить. Но только вопрос в том, по земле или по крышам. Отлично! Ну, здесь вроде ничего. Кроме грязного асфальта. Сюда я заходил, брал первый ящик, насколько я помню. Ну вот, во второй низине тоже может быть что-нибудь. Но ничего нету. Хм. Придется, я чувствую, попотеть. Вот с этого момента начинаются сложности. Либо где-то
последняя штука, ну точнее две последние штуки, которые надо уничтожить. Ну я в этом сомневаюсь, конечно. Либо где-то ящики, которые заныканы так, что фиг найдешь, пока не оббежишь каждый сантиметр. Ладно, поднимаемся, там вроде ничего. Так, ну это отличное место, я нашел, где подняться. Ну, один ящик я уже увидел только что. И остается последний. Или нет? Нет, два последних остается. Ну, вроде ничего такого там нет. Значит, идем дальше. Здесь вполне может быть что-нибудь спрятано. Довольно укромное место. Хотя здесь чаще всего не в особо укромных местах, конечно. Все прячется. А я большее внимание, конечно, именно укромные места обращаю, нежели на обычные. Так, ну вполне может быть где-нибудь здесь. Хотя, судя по всему, опять-таки нету. Что это за две стрелки, которые заглючили-то? В районе задницы. Непонятно, на что они там указывали. Ну, здесь пока ничего. Смотрите, это скорпион! Да ладно, давно не виделись. Сколько радости. О, начинается веселуха. И где это искать теперь? Непонятно. Здесь я уже, по-моему, смотрел. С самого начала. После зачистки я посмотрел. Что нам КПК скажет? Ничего, скорее всего, да? Ни черта не отмечено. Верт мой на месте. Я из-за него больше переживаю, чем из-за каких-то чемоданов. Здесь, судя по всему, тоже ничего. Вот в этой локации я еще не был. Ну и правильно сделал, что не был, потому что ни черта здесь нет. Ну и где это получается тогда?